Вообще, конечно, нужно признать, что женщины очень большие мастерицы по продаже воздуха. Не совершая никаких действий, только с помощью слов, женщина может заставить мужчину почувствовать себя или счастливым, или несчастным, в зависимости от того, что она хочет, чтобы он для нее сделал. И сейчас я расскажу про одну манипуляцию, с помощью которой женщина заставляет уставшего оленя, который уже ничего не хочет, снова начать шевелить копытами. Эта манипуляция выглядит так. Женщина говорит мужчине: «А ведь у меня когда-то были к тебе чувства». Вообще, чувства – это очень удобная штука для женщины. Упоминание о чувствах позволяет женщине оправдать любые свои действия и снять с себя ответственность за их последствия. Если задать женщине вопрос, почему она изменила мужа с другим мужчиной, то, как правило, она ответит: «Ой, я влюбилась». А если мужчина спрашивает женщину, почему она решила от него уйти, то она, как правило, отвечает: «Я не могу больше находиться с тобой вместе, потому что чувствую, что больше тебя не люблю». И вот мужчина, которому женщина сказала, что у нее к нему когда-то были чувства, думает: «Но если чувства были, а потом прошли, то значит их как-нибудь можно вернуть». И, естественно, начинает что-то для этого делать и как-то бабу ублажать. Но ведь, по большому счету, это всего лишь слова. Баба может сказать вам вообще все, что угодно про свои чувства, и вы это никак не проверите. Были эти чувства или их не были? Да и потом, зачем вам вообще ее чувства? От бабы вам нужно, чтобы она в первую очередь выполняла свои функции. А что она там чувствует по отношению к вам, это только ее проблема. И вы за это никакой ответственности не несете. В общем, подводя итог всему сказанному, если женщина заводит речь про свои чувства, то с вероятностью 100% с ее стороны это манипуляция. А как мужчине к этому относиться? Да очень просто. Ему должно быть плевать на то, что она там чувствует. Главное, чтобы он сам себя чувствовал хорошо. И самочувствие мужчины на самом деле зависит от объективных причин, а не от такой субъективной ерунды, как женские чувства. Слушайте, женщины, которые дышат маткой, пытаясь привлечь благосостояние в свою жизнь, прекращайте это делать. Это не работает. А вот что работает. Я узнала новый метод, как влюбить в себя любого мужчину. Психологиня какая-то, Светлана, советует. Метод пиздосияния называется. Ну, например, вот вы идете по улице, видите Сергей Бурунов, и он не обращает на вас внимания, а хотелось бы. И вы такая включаете метод пиздосияния. Суть метода. Находите объект, ну, то есть, например, Бурунова, и начинаете представлять, что у вас из вагины прямо на этого мужчину мощный струится свет. Ну, типа, как вот когда вы по трассе М5 хуярите, и навстречу, блин, вам фура с дальним светом. Вот такой свет из вагины надо в сторону мужчины выпускать, и он увидит этот свет, он увидит свет, он почувствует этот свет и тепло. А тепло, тоже надо тепло включать. Короче, включаете свет, тепло, весь пиздоэнергосбыт свой запускаете, вот все, что есть, пиздосвет, пиздотепло, пиздогаз, все это направляете на мужчину, и он почувствует обязательно, если он не почувствует свет или там тепло, он газ обязательно почувствует, и он обернется и влюбится в вас до конца жизни. Единственное, что напишите мне, пожалуйста, а где платить за этот пиздосвет? Ну, то есть, может, у меня там пиздопение уже набежала какая-нибудь, или пиздосчетчик как-то надо установить где-то и где, ну, я не знаю, короче, напишите мне в комментариях. Вот и все, вот и все.